Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек Fix Price, много интересного, итак, поехали. Первое, что покажу, это вот такие вот вкусняшки, берем уже, кстати, не первый раз, здесь 6 штук бисквитных, похож на... Аленку, на еще на что-то. Ну, в общем, вкусные штучки за 6 штук. Цена очень адекватная. Я вам чек потом в конце обзора обязательно покажу. Поэтому цены озвучивать не буду. Так, едем дальше. Купила много чего для дома интересного, для ванны. Конкретно поменять некоторые детали после ремонта. Вот такой вот коврик. Красивый. Так, получается размер 66 на 35. Это в саму ванну. Вот такой он как бы лаконичный, ни к чему не обязывающий, на присосках и с блестючками. Они были там представлены разных цветов. Фокус не фокусируется нам на блестках. Ну, в общем, он красивый, мне нравится. Вот, вот. Красивый такой, лаконичный, прозрачный. Мне прям понравился. Это чтобы дети купались. Мы такой коврик стелим всегда. У нас был бирюзовый, сейчас нам уже бирюзовый не подходит. Он свое изжил, поэтому вот такой вот красивый. Там, по-моему, золотые были. Синий точно помню был. Салфетки влажные. Такие всегда беру, в основном розовые, но розовые кончились, поэтому взяла голубые, 130 штук, бюджетно выходит, покупочка всегда нужная. Так, дальше взяла окна-мойку, девчонки, там их было у нас, по-моему, аж вида 4 представлено. Окна-мойка обычная классическая, но с телескопической ручкой, чтобы мне снаружи как следует помыть окна. Изнутри я их все уже промыла, вот осталось снаружи, в ближайшие дни займусь. Здесь губка. Здесь силикон. Единственное, смотрела, выбирала, вот этот силикон, он был много где помятый, много где волнами транспортировалась. Так, это у нас бренд какой? Home Time Focus. Вернись, я все прощу. Не хочет. Вот так. Окномойка с телескопической ручкой. Вот, размер ее, вся информация. Она вот так вкручивается. И моем окна в труднодоступных местах, потому что я вот это все делаю, вот лазить очень на самом деле боюсь. Поэтому вещь удобная. Так, дальше. Дальше, девчонки, ёршик. Решила обновить ёршик. Причем у меня достаточно такой небюджетный. Брала на Валберес, такой стильненький, но у него отломилась ручка, он свою тоже уже изжил. Поэтому взяла. Тоже в разных расцветках в нашем фиксе представлены. Тут вот так вкручивается ручка, она лежит отдельно. Сами ёршики отдельно. Взяла вот такой серый, но тоже, чтобы нам как бы под интерьер все это дело подходило. Сейчас открою, покажу. В общем, тут вот эта щеточка, видите, она отдельно. И вот сама баночка. Смотрела, в нашем фиксе как бы все было прилично, все отлично, нигде не были лопнуты. Это пластик. Я взяла вот такой вот, получается, он серого цвета, прозрачный. Вот таким образом я попробовала, кстати, вкрутить фикси, потому что, ну, мало ли, что-то там с резьбой или еще что-то вкручивается. Пластик плотный на ручке. Держать в руках удобно. Видите, он как вот так вот сделан. Выемки прям для пальцев. Ручка длинная. И вот так все это дело будет стоять. Вот так смотреться. Вот. Узоры тут какие-то, в общем. Вот такой вот ёршик. Едем дальше. Так, еще одна покупочка для ванны. Это коврик. Коврик на пол. Вы помните, я недавно показывала вам коврик, покупала на Wildberries. Такой же, как на кухню, но он нам теперь не подходит, куда-нибудь его денем. Потому что мы на пол будем стелить плиточку потом красивую. И вот такой вот маленький, небольшой. Какой у нас здесь размер получается? Сейчас покажу вам. 40 на 60. Вот, фокус. 40 на 60. Вот такой вот коврик. Прикольный. Был темно-серый. И вот такой вот светло-серый. Я решила взять светло-серый, потому что они по качеству выполнены получше, чем темно-серый. У темных серых почему-то вот тут изнанка, она была какая-то вся в каких-то оранжевых хлопьях, не пойму, вот в нашем фиксе. Причем у всех темно-серых ковриков. А эти прям подобротнее, прям вот четкие, четкие коврики. Вот здесь, я не знаю, пропитка или что, но вот эта вот поверхность, она как будто просиликоненная и не скользящая. Вот такой вот симпатичненький, сделан хорошо, выполнен хорошо, мне прям понравился. Хорошенький, возле ванны прям постелить.
Так, дальше для детей покупочки у меня здесь. Купила две лопатки. Одну мы уже поиграли. Обычные вот такие вот лопаточки, маленькие, небольшие, но достаточно плотненькие, такой средней плотности. Играть в песочницу, потому что у нас всегда сейчас песок пошел, у нас всегда они куда-то деваются, теряются. Так, из вкусняшек что еще взяла? Уже на улице открыли, дети поели, детям, кстати, понравились. Вот такие вот леденцы, они разных цветов, вот такие вот малышки фруктовые, внутри такая мягкая начинка. Я одну попробовала, тоже вкусные, дети прям вот много-много за раз съели, прям зашло. И вот такие вечерняя тайна, сливочные вафли. Кстати, тоже берем не первый раз. У меня любят дома такие вещи, поэтому взяла. Для детей еще вот такие вот два слаймика. Они вроде как светятся в темноте, написано, но светящийся лизун. А вот этот слайм, а вот этот лизун, все-таки они немного разные. Ну ладно, я надеюсь, не пругаются, они с блесками, поэтому на ковре лучше не играть. Я так думаю, на столе или хотя бы на полу, на линолеуме. Так, дальше взяла вот такой детский крем кошечки-собачки, потому что он мне нравится. Крем самый классный. Периодически его покупаю, всегда дома должен быть. Ну, что-то вот деткам помазать. Губки, когда обветривают, тоже деткам помазать и так далее. Пригождается часто, много где. Взяла вот такую красивую баночку. Парфюм, мыло. Взяла именно из-за баночки, как многие мои девчонки в Телеграм, чтобы красиво ее потом поставить на полочку и пользоваться. Надеюсь, конечно, вот это вот золото все облизать со временем не будет, потому что это пластик. Пластик достаточно тонкий, но смотрится красиво, стильно. Я сейчас понюхаю, откручу, как вообще по аромату. У нас были только такие черные. Густое мыло. Яркая такая, достаточно цветочная душка. Не скажу, что прям вау, но допользуем. И вот флакончик оставлю, буду переливать туда, скорее всего, наверное, гель для душа. Потому что объем большой, объем 500 мл. И гель для душа будет вот в такой красивой баночке стоять с дозатором. Это очень удобно. Так, дальше что взяла еще? Взяла к Пасхе вот такие наклейки. Много чего к Пасхе у нас не разобрали. Прям вот много чего. Вот они объемные. Они, видите, такие прям вот объемненькие. Будем клеить куда-нибудь. Ну, может быть, и на яйца, может быть, еще куда-то. Ну, на яйца, может, на корзинку. Ну, в общем, такой интересный, красивый декор. Так, взяла себе мочалочку обновить в таком вот нейтральном более-менее цвете. Была бы бежевая или серая, взяла бы такую. Но вот это был самый нейтральный цвет. Очень интересно ее распаковать. Это мочалка для пилинга. 12×70. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, такая узенькая, достаточно узенькая, но вот прям длинная-длинная. Вот такие вот здесь веревочки обычные. И она прям такая длинная. Не скажу, что она сильно жесткая, но это надо, конечно, на теле пробовать. Я люблю пожестче. Но в любом случае пригодится. Такая она в два слоя, что ли, сложенная. Ну, интересная. Посмотрим, попробуем. Нашла еще одну вкусняшку. Вот это беру впервые. Это трубочки, я так поняла, с шоколадом, наверное. Выглядит интересно, выглядит аппетитно. Вафельная трубочка с начинкой какао в глазури арахиса. Такая вкусняшка. И еще к Пасхе мы уже брали в прошлом году или позапрошлом, не помню. Вот такие вот пищевые красители. Даже не пищевые красители, а... Ну да, наверное, да. Пищевых продуктов жидкие 6 штук. Красное, синее, зеленое, желтое, розовое, бирюзовое. Перчатки даже в комплекте. Декоративные подставки для яиц. Взяла именно вот такой вот мрамор. Посмотрим, что будет получаться. Перед Пасхой вам обязательно покажу. Вообще получается, не получается. Мы уже брали такой, причем, мне кажется, прямо именно такой же. Все получалось. Все было нормально. Так, ну и вроде все вам показала. Вот такие вот покупочки в фикс прайс у меня были в этот раз. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.